Очередная победа. Образцовый коллектив «Веснушки» стал обладателем гран-при международного фестиваля. Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. В танцевальной битве сразились коллективы из разных уголков страны. О триумфе ангарских артистов в северной столице расскажем далее. На сцене образцовый ансамбль «Веснушки». Их номер – настоящая ода родному краю. Яркие народные костюмы и туеса, на которых изображен символ Сибири – кедровая шишка. И в каждом жесте, в каждом движении юные артисты признаются в любви малой родине. Такой теплый танец могли привести только из морозной Иркутской области. У нас есть не только качество выполнения, вся техника. У нас есть очень большие эмоции, которые мы можем передавать во время танца. К этому выступлению на международном фестивале ангарчане готовились не один месяц. Ежедневно они терпеливо оттачивали движение за движением и, как итог, очередной гран-при. Самую, наверное, сильную конкуренцию нам составил ансамбль грузинского танца. Там был бешеный грузинский темперамент, и даже я вам скажу, что наши ребята немного напугались вначале, потому что нам пришлось после них выступать. Но тем не менее они собрались и показали свой классный сибирский темперамент и заработали самые высокие баллы. И мы очень рады, что мы стали обладателями гран-при и денежного приза. Соперники были серьезные, но у нас команда настоящая, мы друг друга поддерживали, было все хорошо, со всеми трудностями справились. Сегодня танцоры продолжают усердно тренироваться уже в родном зале во Дворце культуры «Современник». Под строгий счет педагога они снова и снова отрабатывают комбинации, ведь впереди новые соревнования и конкурсы. Ребята, мы вас поздравляем, вы большие молодцы, вы очень прославили наши веснушки, можно сказать, на всю Россию. Но на этом мы не останавливаемся, впереди у нас очень много грандиозных планов. И я надеюсь, интересных танцев. Наталья Хмелева, Оксана Крикунова, Александр Черник. Местное время.